Добрый день, это открытая студия, проект «Места города». Сегодня у нас в гостях Дарья Монахова, коммерческий директор застройщика «Мегаполис» в Костроме. И мы расскажем о том, как правильно выбрать квартиру и застройщика. Все правильно. Благодарю вас, что вы к нам пришли. Первостепенный вопрос – это качество жилья. А на что обратить внимание прежде всего при покупке квартиры? Вообще, то есть на сегодняшний день, когда любой человек хочет выбрать квартиру, он, естественно, пытается найти самый-самый лучший вариант для себя. И акцент он делает, естественно, на качестве. Качество в первую очередь, да, то есть это квартира, которая комфортная для него, очень теплая, уютная и максимально просторная, хорошая, светлая. То есть критерии для качества каждого клиента, они достаточно большие. В нашей компании качество – это основополагающая наша компания. Мы очень сильно уделяем новым каким-то стандартам, новым технологиям, кирпичу, там, материалам, кирпичной кладке. Да? То есть каждый процесс вообще, который касается качества нашей компании, мы им уделяем очень большое внимание. Да? С самого этапа, когда клиент к нам пришел выбирать квартиру в наш офис, да, и до самого конечного этапа, когда сдается квартира, и клиент уже заезжает в ту квартиру, которую вот он выбрал. А второй по значимости вопрос – это сроки строительства. Какие объекты вы рекомендуете выбирать? На сегодняшний день наши объекты находятся в разных районах нашего города. Это и Давыдовский район, то есть шикарные два объекта, кирпичный, девятиэтажный, одноподъездный рядом с коллажом. Также мы строим в Ленинском районе. Буквально в этом месяце мы сдаем объект 12-этажный кирпичный дом на Ленина 70. И также в районе Заворыкинских домов мы тоже начинаем старт продаж, у нас открыт. Вообще, по срокам сдачи наших объектов, это также очень строгое правило, которое мы всегда соблюдаем. Если в договоре долевого участия указан срок, которому мы обязаны, да, сдать наш объект, мы стараемся максимально раньше даже. То есть иногда мы идем опережающими темпами. И вся практика вот нашей компании, да, уже с 2004 года мы на рынке, все объекты мы всегда сдавали вовремя. То есть нет ни одного объекта, которого мы затянули по строительству. Это очень приятное преимущество. Ипотека не теряет своей актуальности, а часть населения прибегает к ней как к способу получить желаемое заветное жилье здесь и сейчас. Как в офисе компании «Мегаполис» помогают получить заветные ипотечные кредиты? Вот сегодня вообще ипотека составляет, да, самый низкий процент, можно приобрести квартиру от 7-4%. Очень удобно, то есть для нас вообще, ну, мы считаем, что это самое-самое благоприятное время, когда можно покупать квартиру. Во-первых, и процентная ставка очень низкая. И самое главное, да, то есть у человека, когда он собирается выбрать квартиру, возникает много-много вопросов, да, то есть как это сделать, куда пойти, какой правильно выбрать банк, какую компанию, да, то есть и у человека реально есть какой-то страх. У нас в офисе, да, то есть клиент может получить всю самую необходимую информацию. То есть ему достаточно просто прийти к нам в офис, в отдел продаж, где он получит полную консультацию не только по объектам, но и по ипотечным ставкам, по банкам. То есть мы являемся партнерами всех ведущих банков, везде наши объекты аккредитованы. И, соответственно, то есть можно в один день прийти к нам в офис, подать заявку, выбрать банк, который наиболее подходит, да, клиенту, подать заявку и буквально в этот же день получить уже ответ. И самое удобное, что сегодня все переходят на электронную регистрацию. Это очень удобно, потому что все мы, естественно, стараемся сэкономить время, да, то есть максимально быстро все сделать, при этом и качественно. И поэтому в офисе, то есть можно прийти, получить ответ, зарегистрировать сделку, никуда не нужно ехать, да, то есть нигде не нужно стоять, там, выстаивать очереди, да, то есть все очень быстро и максимально удобно, то есть, как наши клиенты говорят, мы приходим к вам в офис, да, то есть за чашкой чая или кофе мы покупаем квартиру, то есть и подаем заявку, получаем ответ и регистрируем, и не надо, вообще очень все удобно
и быстро. И когда человек берет ипотеку, его очень волнуют проценты по кредиту. Угу. Сейчас на рынке очень много предложений, и человеку неподготовленному, как вы верно заметили, порой в этом легко запутаться. Как ваша компания помогает в этом вопросе, если у человека нет абсолютно никакого времени самому углубляться в процесс изучения кредитов, сравнивания процентных ставок? Ну, вот по процентным ставкам, да, то есть, например, мы с банком Сбербанком, да, то есть разработали, и они предложили, да, то есть такую хорошую лояльную программу, да, то есть клиент, он может выйти на определенные площадки, да, то есть выбрать квартиру, и вот от 7,4%, да, то есть вообще суть застройщика в этом, что мы берем на себя часть вот расходов, да, за ипотеку. То есть клиенту очень выгодно, он покупает, тем самым экономия у него достаточно большая получается по процентной ставке. И также аккредитация в банках. Это отдельное преимущество. До момента покупки ваши объекты проходят проверку, и покупатель получает предварительное одобрение на приобретение. Расскажите об этом подробнее. По поводу объектов, которые, естественно, они, чтобы нам возможность была, да, продавать, то есть по ипотекам, да, договор долевого участия, естественно, это достаточно очень такой процесс, проверка очень большая, значительная. И поскольку наша компания уже зарекомендовала себя достаточно хорошо на рынке, да, то есть и мы достаточно долго на рынке, поэтому у нас есть возможность пройти аккредитацию с нулевого цикла, то есть прям с фундаментов. Естественно, это позволяет клиентам сэкономить, то есть купить на ранней стадии квартиру, да, то есть по более низкой цене, потому что, естественно, на стадии котлована, на стадии первых этажей, да, то есть ценник достаточно ниже, чем на стадии выхода уже. И требования к возводимым домам различные, их очень много, и простому человеку порой трудно проследить соответствие. И как не прогадать в этом вопросе? Объектов вообще очень много, да, то есть вот на рынке, когда вот, допустим, тот же самый клиент начинает выбирать, и в плане, какой объект правильно выбрать, да, у которого, естественно, есть везде требования, соответствия, по, да, потому что, к примеру, если вот малоэтажки, да, то есть к ним одни стандарты, к многоэтажным домам, да, то есть там стандарты немножко другие по приему, потому что это уже считается достаточно объект серьезный, да, там более требования более высокие. Вообще в нашей компании существует тройной контроль качества, да, то есть на стадии строительства, это и наш непосредственно мастер на строительном участке, прораб, главный инженер, также свой технадзор. И также нас контролируют все органы, это и департамент строительства, и союз строителей, да, то есть везде требования настолько высокие, мы не имеем права сдавать некачественное жилье. И поскольку у нас есть очень хороший опыт работы в строительстве именно социальных объектов, то есть мы строили много объектов, которые детские садики, дома по переселению, то есть это государственные объекты, и поскольку администрация города, да, то есть отдает нам такое уважение, да, то есть и, так сказать, не боятся нам дать эти объекты, для нас это, естественно, очень, ну, как бы заслуга большая. И на этих объектах, естественно, всегда набивается опыт большой, то есть это сроки и качество. То есть поэтому в нашей компании, да, то есть делается на это большой акцент. Могут ли в компанию «Мегаполис» обращаться те, кто получили поддержку по программе «Материнский капитал»? Да, естественно, то есть мы работаем со всеми программами, которые государственные, это и материнский капитал, потому что очень много семей, которые хотят улучшить свои жилищные условия, да, переехать в большие площади, может даже в другой район, поэтому, естественно, материнский капитал, мы с ним работаем, также со всеми сертификатами «Молодая семья», то есть, ну, со всеми программами, естественно, мы работаем. И при всем при этом, да, то есть у нас у компании много лояльности, да, то есть программ лояльности мы предоставляем, и беспроцентные рассрочки, то есть, ну, различные проценты, скидки, то есть, ну, очень интересные предложения. Получается есть. Выгодно. И также вы работаете с военной ипотекой. Да, да, безусловно, конечно. Часть людей как раз переселяются в Кострому из сельской местности. Я знаю, у вас и для этой категории населения есть выгодные программы.
Ну, опять это также, то есть наши объекты, которые мы можем предложить клиентам, да, то есть они могут выбрать любые объекты. И, естественно, когда они переселяются, то есть из ветхого жилья, это тоже определенная программа, поэтому, естественно, мы с ней тоже также сотрудничаем. Более 500 семей уже купили квартиры в компании «Мегаполис». Если бы вам задали вопрос, как вы считаете, почему выбирают вас, что бы вы ответили? Поскольку у нас наш город достаточно небольшой, и я думаю, что все со мной согласятся, что сарафанное радио работает очень хорошо. И для нас вот большая честь, когда люди к нам приходят, клиенты, и говорят, вот мне посоветовали именно вашу компанию, потому что когда-то, да, то есть и вот буквально недавно купили квартиру в вашем доме, очень все нравится, вообще замечательный объект, тепло, то есть, ну, прям нравится людям, и поэтому они советуют. И получается так, что люди потом к нам просто приходят, и уже у них доверие вызвано, да, в нашей компании, то есть они нам доверяют и не боятся, да, то есть вот эти страхи уходят. И, естественно, то есть многие даже клиенты становятся в дальнейшем нашими друзьями. Они приезжают, то есть мы друг друга поздравляем с праздниками, да, то есть какими-то. И когда они следующую квартиру, да, то есть хотят купить там, допустим, детям своим, да, то есть или советуют обязательно друзьям, вот, это, конечно, очень приятно. И одно из предложений сегодня – это отделка жилья, так называемый ремонт под ключ от застройщиков. В чем выигрывают те, кто выбирают именно такой вариант? Когда покупаешь квартиру, естественно, потом возникает вопрос – это ремонт. Это еще одна головная боль, да, то есть... Которую не хочется решать, когда ты и так пережил. Да, то есть сначала тебе приходится выбрать застройщика, купить квартиру, да, то есть вот весь этот процесс, а потом еще и ремонт. И мы разработали, да, то есть два таких направления, мы сейчас их активно продвигаем на рынке. Это квартиры с отделкой, да, то есть как раз сейчас мы запускаем к Новому году хорошие очень предложения, да, такие, то есть можно заехать сразу в готовую квартиру. И ремонты под ключ, да, то есть если человек купил квартиру, и он хочет сделать какой-то ремонт, то есть индивидуальный какой-то даже заказ, то есть мы вообще, то есть в индивидуальном порядке садимся, разрабатываем, то есть какой ремонт человек хочет. У нас просто есть свои бригады, которые также от нашей компании, то есть делаем вот эти ремонты. Очень удобно, поскольку, опять же, да, то есть человеку приходится тратить время на то, что выбрать и бригаду, да, то есть и, опять же, материалы съездить закупить. У нас это все в комплексе. Мы предлагаем, то есть мы можем сами выбрать, купить материалы, выбранные, да, клиентам, завести их, и наши отделочники будут их уже делать. Это получается экономнее, чем делать самостоятельный ремонт. Да, получается, да. И при выборе будущей квартиры следует учитывать множество факторов. Это наличие рядом магазинов, школ, допустим, детских садиков. Как вы помогаете с этим? Подобрать объект, который максимально отвечает потребностям клиента? Вообще все объекты, которые мы строим, мы стараемся их достаточно в хороших районах, где развита инфраструктура, да, то есть рядом обязательно должны быть школы, детские садики, магазины. То есть на сегодня клиент, покупатель, да, он не берет квартиру как отдельную единицу, просто квартиру, обычные стены. Как правило, покупатель уже выбирает именно какую-то конкретную застройку, да, то есть если это объект, точечная застройка, то есть это обязательно должна быть инфраструктура, чтобы рядом, да, то есть можно было и там и детская площадка, и спортивные какие-то, да, там секции, то есть рядом уже полный, так сказать, цикл, да, полный этот комплекс. И всегда важно увидеть портфолио компании, где можно найти объекты, которые компания «Мегаполис» успешно реализовала. Естественно, наши все объекты, всю информацию о застройщике, всю документацию, это и проектную декларацию, можно увидеть на сайте «Мегаполис44». Также мы сейчас активно, да, то есть представлены в соцсетях, все объекты можно там посмотреть, планировки выбрать, да, то есть наши менеджеры всегда они на связи 24 часа в сутки. Есть клиенты, которые нам и в 11:30 ночи звонят и прям спрашивают, консультируются. Мы всегда отвечаем, мы всегда готовы полную информацию предоставить, то есть и на канал YouTube мы сейчас тоже активно выходим, и в соцсетях, то есть мы везде практически. И вживую, где эти объекты находятся, территориально можем сориентировать? Да, то есть объекты у нас это рядом с
Цекалаш, два объекта, индустриальная и Старокараваевская, и объект на Ленина 88. То есть буквально это объекты, которые сейчас начинаются строиться, да, то есть где-то стадия третьих, вторых этажей. И сдача у всех объектов – это 18-й год, 4-й квартал. То есть, в принципе, это достаточно быстро в ближайшем будущем, потому что все равно большинство объектов сдаются на 19-й год, да, то есть планируют. У нас сдача, вот она буквально... в следующем году. Очень удобно. И как убедиться в отсутствии рисков? Это самый главный момент, да, при выборе квартиры. И мы всячески стараемся нашим клиентам донести, что не нужно бояться выбирать компанию, да, то есть компанию «Мегаполис», вообще выбирать на сегодняшний день квартиру, потому что, во-первых, наша компания, да, то есть она несет гарантию 5 лет на все наши работы. И самое главное, что когда покупаешь квартиру, нужно знать, что каждая долевка, да, то есть она застрахована, есть определенный полис страховой на эту сделку, полностью на всю сумму. Поэтому не нужно бояться, нужно убрать все вот эти, так сказать, страшилки из головы. С удовольствием приглашаю всех к нам в офис, полную вообще информацию мы предоставим. Потому что сегодня это очень благоприятное время выбирать квартиру и, самое главное, покупать. Выгодные инвестиции. Да. А как раз компания «Мегаполис» имеет свой парк техники. В чем заключается преимущество для клиентов? Парк техники, да, то есть и своя какая-то производственная, в любом случае, там, площадка, да, то есть вообще производство, они помогают минимизировать, да, то есть квадратный метр, потому что когда у компании есть полный комплекс, да, то есть мы позволяем себе, то есть экономить именно на вот этих, на логистике, mm-hmm. на каких-то еще моментах, да, то есть и цена в любом случае для людей, она играет определенную роль. Вот, и поэтому, то есть, мы хотим и более качественно, да, то есть, и по цене, чтобы жилье было доступное. У вас создана своя управляющая компания. Что это дает клиентам? Управляющая компания была специально создана для того, чтобы все объекты, которые мы построили, в дальнейшем она их и обслуживала. Во-первых, это не только для компании, да, то есть повышается как-то и лояльность, и также все объекты, да, то есть самое главное, наша управляющая компания, она не боится брать наши объекты, потому что многие, да, то есть объекты, когда построятся, есть какие-то определенные недочеты, да, которые нужно устранять. Поскольку мы строим на совесть, да, и опять же заявляем, что жилье качественное, то есть у нас полный цикл, чтобы наш дом переходил к нашей управляющей компании, и уже, опять же, для нашего дольщика, да, было максимально удобно. Не надо там бегать по каким-то отдельным организациям, mm-hmm. а когда вот весь спектр услуг мы можем предоставить, да, для дольщика, то есть это намного удобнее. Все в одном месте. Mm-hmm. И как вас найти? Вы как раз приглашали в офис. Как это сделать? Да, в связи с увеличением вообще продаж, то есть нашей компании, потому что мы сейчас достаточно увеличиваем свои масштабы, мы переехали в замечательный офис на улицу Чайковского, 19А. Красивое место, очень удобно и везде транспорт доступен. Центр города, то есть это не доезжая беседки Островского, с левой стороны двухэтажное здание, вывеска «Мегаполис», то есть, в принципе, достаточно нас легко найти. И вы есть в социальных сетях, где можно ознакомиться с информацией о вас подробнее. Я предлагаю напомнить нашим зрителям, как вас найти там. Да, в соцсетях мы находимся, у нас называется наш аккаунт, это строительная компания «Мегаполис». Вы можете туда заходить, всю подробную информацию, все самые горячие, хорошие предложения мы, естественно, будем там публиковать. И, естественно, то есть все новости, которые не только в компании «Мегаполис», но и вообще на строительном рынке, мы планируем туда тоже также все оповещать. Спасибо, Дарья, за такой полезный разговор. Теперь вы знаете, где следить за новостями. Сегодня мы говорили о том, как выбрать квартиру и застройщика. И у нас в гостях была Дарья Монахова, коммерческий директор строительной компании «Мегаполис». Всего вам доброго и до новых встреч. Спасибо.